Нормально, все хорошо, чувствую себя отлично. Погода тоже, я не скажу, там слишком холодно. Так прохладно, да. Но солнца нет уже. Я приехал уже неделю назад, но солнца еще не видел. Ассаламу алейкум всем. Я приехал с Пхукета, с Таиланда. И, конечно, очень большой перепад температур. Там 34-33 градуса, жара. Я приехал сюда в одних штанах, в кофте. У меня, говорит, нет одежды, одеть сверху. И здесь, говорит, достаточно холодно. Я, говорит, первый раз приехал в Москву, и мне, говорит, нравится, я наслаждаюсь теми моментами, которые я провожу здесь, там, тем временем. No, we don't. Покажу, короче, там 8 ролей, и тебе нужно будет вписать туда бойцов. Ну, типа там какой-нибудь суперударник, там громила, там везунчик, там трэш-токер, забавный. Сейчас, допустим. Ты говоришь, всем привет, и это Рустам Хабилов, мы сегодня будем там пытаться выжить в зомби-апокалипсисе. Сейчас будем выбирать героев, которые будут спасать мир. Громила. Это у нас будет Дмитрий Смоляков. Кто самый везучий? Масвидаль, короче. По борьбе с чем? С терроризмом? Зомби. Йо Ромеро, one of the big silver. Али Абдель Азиз. Расскажи что-нибудь интересное про Рустама в Таиланде. Так его не видели. Ничего интересного не было, он плохой. Иисус, что ли? Да, больше ничем не занимался. Нет, ты-то не спалишь, как земля. Вот я думаю, Дима спал. Дима, про Рустама расскажи что-нибудь. Ну, что? Что в Таиланде было интересное? Такого ты не слышит. Так, не могу. Тоже нельзя. Говорить больше не хочу. Как, тренировали все. Нормально тренировали, кстати, супер. Все начинается, да. У нас обед отсюда 6. А у тебя когда будет? 9:20. Полежать, порастягивать, потом поразмяться, потом воевать. Такие рюкзаки дают после перед каждым боем? Конечно. Перед каждым боем. Но у меня ни одной не остается никогда. Потому что надпись UFC есть, у меня ничего дома нет. Потому что все раздали. Он говорит, что в основном оппонент у нас ударник, поэтому я не думаю, говорит, что у него есть какие-то даже не то что преимущества. В чем-то он, что будет сильнее, чем Рустам в борьбе, у него, он не будет превосходить его по скорости, по технике в борьбе, поэтому вряд ли он будет искать какие-то моменты в борьбе во время боя. Он больше ударник, но Рустам тоже не хуже ударник, чем Сергей Хандошко. Он очень много работал над боксом, там же в Тайгере с тренером. И его ударная техника тоже на очень высоком уровне. Поэтому во всех аспектах он должен превосходить своего соперника.
Высокий тоже, да? Он за это сходит. Да, он. Ты тоже подожил. Я видел его, там выглядел. Я его сейчас первый раз увижу. Все выключено, да. Медиа позади. Можем поспать немного. Потом вечером тренировка. Говорит, что мне очень приятно, говорит, что мы будем в углу вместе с Абдул Манапом. Он говорит, в этом спорте больше, дольше находится, чем я. Я, конечно, буду прислушиваться к его мнению. И я очень уважительно, говорит, отношусь к нему. И очень мне приятно, что буду с ним вместе в одном углу. Мы, говорит, попьем чай, говорит, пообщаемся и... Нам будет, думаю, говорит, найдем коннект совместно в работе.